Привет, Стивен, с вами Аксель, и хочу сегодня вам представить такую постройку, как Змейка. Выглядит она вот так. Как построить такую постройку? Да очень просто. Для начала нам нужны липкие поршни. Давайте их возьмем. Где же они сейчас? Секунду. Простите за такую неурядицу. Вот. Давайте поставим 6 поршней. Ну, для примера. Вот, отлично. Далее нам нужны повторители. Берем. И начиная с самого начала. Ставим один повторитель так. Ничего не трогаем. Второй ставим так. Ставим один щелчок по нему, чтобы был он в таком положении. Третий точно так же, только почти на максимум. Ну, четвертый делаем не на максимум, а делаем один, ставим. И, то есть, 4 и 1 равно 5. Просто, когда ставишь на 5, он начинает лагать, и действие его не такое. Я поставил 7 поршней. Поставлю, точнее. Вот. И мне кто-то что-то написал. Ваську. Секунду. Ставим 5-й поршень. Делаем так. Ой. Вот. То есть, что получилось 6? Тут 5, тут 6. Что получилось 6? Это 2, 2. И 2. Далее делаем так, что получилось 7. 2, 3, 2. Тут, чтобы получилось 8. Это 4, 4. Соединяем это все редстоун. Ой. Соединяем все редстоуном. Вот так. Сейчас запрыгну. Вот. Соединяем, соединяем. Вот. Соединим. Теперь давайте я добавлю сюда камень. Как раз отлично теперь ночь. Будет хорошо видно. Давайте посмотрим. Вот у нас все получилось. Также с этой фигней можно сделать змейку. Вот так вот она выглядит. Постепенно она загорается. Для примера работоспособности я сделал, чтобы когда подходил к поршню, выдвигался песочный блок. Закрываем. Все начинает также погасать. Давайте подойдем поближе. Извините, то, что я использую спидхак, просто чтобы было побыстрее. Вот. И песочный блок убирается. Давайте я вам покажу пример этого устройства. Я называю эту постройку театр. Сейчас увидите почему. Вот у нас так выдвинулось. Как же сделать, чтобы она была постоянно в движении? Это очень просто. Нам нужно замкнуть два повторителя. Делается это так. Один повторитель ставим так. Ставим его на максимум. Второй повторитель ставим противоположно второму. Тоже делаем его на максимум. Соединяем редстоуном. Ой. Редстоуном. И замыкаем. Для этого нам нужно поставить красный факел и быстренько его убрать. Вот. Вот, соединяем. Все. Давайте посмотрим. Жутко его лагать. Вот так у нас получается. Вот. С такой вот постройкой, змейкой, можно сделать неплохой мост. Давайте я вам его покажу. Вот. Вот мы идем. Я его доработал до такой степени, чтобы когда подходишь, выдвигалась лестница, и ты мог забраться наверх. Не буду я вам показывать, как делается мост, вы можете догадаться сами. Давайте я всего лишь его разберу, и мы посмотрим, как он сделан. Хотя бы одну часть. То есть вот липкий поршень. Точно так же все подсоединено. Все же собрал. Ой, господи, что я сделал. В конце
Я поставил повторитель на максимум. Далее я поставил еще три повторителя тоже на максимум. Поставил его вот такой вот схемкой. Тоже тут повторитель на максимум. Это все, чтобы времени вам хватило дойти. И чтобы он поднял все. Вы смогли забраться, и он убирался. Вот. Ну вот, в принципе, и все, что я вам хотел показать. Еще я хочу вам показать, если вы новичок, ничего не понимаете, вы можете построить водонапорную башню. Извините, что у меня голос пляшет, я просто говорю онлайн, как бы. Вот, делается это так. Подвигаются поршни, вода начинает течь. Давайте я сделаю день. Вот, поршни сдвигаются, вода перестает течь. Делается это просто. Давайте я сломаю вот этот верхний блок. Просто заливается вода, ставится поршни и соединяется редстоун. Не знаю, что еще сказать даже. Бывает такой случай, что вода растекается во все стороны и редстоун падает. Для этого вам нужно сломать вот этот блок. Два блока, чтобы вода текла только сюда. Вот. И далее прокопать такой туннельчик, если хотите, конечно. Ладно, еще я вам хотел показать такую вещь, как водяной дом, что ли. Для этого нам нужна лестница и самая обычная вода. Ну и, конечно же, лопата. Делается это очень-очень просто. Я вскопаю блок из, ну, не знаю, с какого размера, диаметра там, на любой вкус. Вот, далее кирка у меня есть. Давайте немного подскопаю. Вот, скапываем. Окей. Вот у нас такая фигня получилась, да? Далее ставим, ну, как хотите, лестницу, чтобы можно было забраться наверх. И соединяем лестницу вот так, в таком вот состоянии. Конечно, можно сделать чуть пониже, но я сделаю так, потому что переделывать мне уже как бы неохота. Я только что об этом подумал. Вот, делаем вот так, так. Заливаем воду. Ну, вот так бы я воду залил. Спускаемся вниз. И мы видим, что над нами вода. Это все потому, что лестница, она как блок. И держит воду. Твердый блок. Вот. Также можно сделать такой многоуровневый. Дом, не знаю, что это, бункер. Не секретка даже какая-нибудь. Точно так же все вырубается, так лестница. Давайте сделаем, посмотрим, как будет выглядеть. А, я, наверное, спорю. А, вот. Так же ставится лестница. Давайте поставим вот так вот. Получилось. То есть два уровня из воды. Конечно, я не понимаю, зачем это нужно все. Ну просто, наверное, для прикола. Вот. В принципе, все. Подписывайтесь на канал. Напишите в комментариях, делайте мне такие еще уроки или выпуски. Следующий урок я, наверное, сделаю для новичков, вообще про Redstone, про все такое. После этого урока я сделаю еще что-нибудь такое эдакое. И ну вот и все. Да. Наверное, я уже туплю, болтаю.